Привет! В данном обзоре будет натуральный дезодорант с ароматом масла грейпфрута от Питбам. Это производитель этичной косметики, выпускающий веган-френдли уходовые средства для тела. А эко-дезодоранты являются флагманскими продуктами бренда. Средство весом 30 грамм в алюминиевом контейнере с винтовой крышкой и без защиты от вскрытия. Продукт не является антиперспирантом, не содержит солей алюминия, следовательно, не блокирует поры и не препятствует потоотделению. Его прозрачный состав включает в себя кокосовое, ши, какао и оливковое масла, пищевую соду, порошок арроурут и эфирное масло грейпфрута. Дезодорант белого цвета, хорошо спрессованный, плотной консистенции в холодном помещении и более мягкой маслянистой текстуры в теплом. Универсальный и для женщин, и для мужчин. Количество размером с горошину, например, нута, должно обеспечить отсутствие неприятного запаха в течение дня. Средство может хватить на 4-5 недель регулярного применения. Дезодорант втирается в чистые и сухие подмышки. При соприкосновении с теплом тела слегка подтаивал, наносился гладко и прекрасно ложился на кожу. Хорошо и быстро впитывался, не оставляя жирности, липкости или следов на одежде. Кожа оставалась смягченной и увлажненной. Продукт избавлял от нежелательного запаха на весь день и сохранял ощущение свежести. Легкий и ненавязчивый бодрящий аромат грейпфрута слышался при открытии и в процессе применения средства, но потом практически не улавливался. Возможно, в течение первых дней использования любого натурального дезодоранта организм будет приспосабливаться, но для меня формула средства оказалась эффективна. Спасибо за внимание и пока-пока!